Всем добра, друзья, с вами Дедмастер, и сегодня с вами поиграем в такой замечательный мини-гейм под названием Shigwest. Ну что ж, поехали! Jump. Ну, в общем-то, ребят, скоро начнется игра, да, я уже готов, я хочу затащить, я играю за зеленую команду. Также сейчас по ходу игры я вам объясню суть этого мини-гейма. В общем-то, вам надо вот этим вот седлом взять одну овечку, донести ее до своей базы и нажать на shift, чтобы отпустить ее. Да. Ух ты. О, красавчик, тащи, я забыл, что мы за одной командой. За одной команду, что я опять несу. Ребят, не знаю, Черт возьми, ребят, я заранее извиняюсь, потому что я почему-то начинаю постоянно заговариваться на записи. Да, постоянно нечего говорить. Поэтому мне надо учиться комментировать. Комментирую реально плохо. Крыса! Крыса! Чувак, ты крыса. Окей, мне ждать, пока я зареспаун. Ух ты, блин. Паразит, а! Да вы паразит! Пошли вон! Ребят, у нас овцу сейчас стащат! Ладно, давайте я здесь постою и похороняю. Ох ты, красавчик, вот это вообще сейчас было круто. Ладно, давайте будем нашим помогать. Да, кстати, ребят, лайк за 1080p, да. Это пока что самое лучшее качественное видео, которое я сделал. За что с вас я требую один лайк. Да. Что мне наконец купили новый монитор, поэтому теперь у меня качество видео будет реально очень высокое. Так, значит, мы пока что ведем. Давай, 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 давай. Давай, давай, ух ты, иди, кстати, иди сюда, сволочье такое, а. Я ж тебе не дам стащить нашу овцу. Ух ты, ты чё, офигел, что ли, а? Странный гопник, а. Все, ну-ка, все, возвращаем всех наших овец обратно. Я ж тебе не дам их всех тащить, а. Мы пока что ведем просто с огромным таким отрывом. Да, у нас уже 7 овечек. Супер, мы выигрываем. Наконец-то. Я уже просто до этого сделал дубли 15. И все время проигрывал. А я думаю, вам интересно смотреть, как я проигрываю, поэтому я всегда выигрываю. Да ты... Да чё вы все как крыса со спины убиваете, а? Красавчик, чувак, помогаешь. У нас уже 9 овечек, офигенно. Так, значит, через 3 секунды появится овечка. Вот так вот. Понесли, понесли, понесли. Бежим, бежим, бежим. Ух ты, ты говнюк, а. Овца, овца, ты куда пошла? Овца, слышь. Все, понесли. Значит, у нас еще одна овца. Наконец-то я принес тоже овцу. Понесли. Уже 11-е. Отлично. Мы реально играем сейчас с огромным счетом. У нас 11 овец, у красной команды одна, у всех остальных минус одной. Это просто супер. Ух ты! Да ты паразит, а! Ну-ка ты стой, а! Гопота сраная, а! Потому что я дам просто так взять и унести наш овец. А вот хрен тебе. Да. О, ребят, стойте, блин. Надо сейчас воровать начнут. Ну-ка, давайте-ка вернемся, брат. Кстати, ребят, я играю сейчас просто с офигительной текстуркой, да. И, собственно, ссылка на нее будет в описании, да. Просто так. Ни за лайки, ни за что. Эту текстуру используют довольно-таки многие ютуберы для всяких там Hunger Games, да. Но я решил попробовать ее в мини-геймах. Что вроде как красивая текстурка. Ни одной овцы не взял. Вот лошара. Взял, только пробегает, и ни одной овцы не берет. Как? Да, блин, ребят! Ты задрал воровать. Да ты вор, а. Иди сюда. Ты вор. Я же все равно убью. О, да. А, ребят. Спасайте. А, ну, в принципе, нормально. У нас тут еще одна овца. Ну, ладно, у красной команды две овцы.
Ладно. Мне все равно щудирую. С огромным отрывом. В принципе, все со спины убивают, поэтому давайте-ка мы тоже будем. Это как раз она меня и убивала со спины. Вот так тебе и надо. Да. Будешь знать, как дедмастера тут убивать. Беги, чувак! Беги, Форест, беги! Отлично, ребят, мы выиграли. Да. В общем-то, вот такой получился забавный мини-гейм. Если вам понравилось, поставьте лайк, прокомментируйте, позовите друзей. Ну а с вами был Дедмастер. Всем удачи, всем пока!